Привет, друзья, с вами Маркович, и сегодня мы посмотрим на игру под названием Grow – Song of the Evertree. Это приключенческая песочница с элементами управления жизнью. Нам с вами здесь предстоит выращивать собственные миры и укреплять свою связь с ними. Миры Аларии постепенно увядают. Вечное дерево, на чьих бесчисленных ветвях покоилось целое множество миров, совсем завяло. От него остался лишь саженец. И никто не знает, как его вырастить. Никто, конечно же, кроме нас. Мы здесь являемся последним представителем поколения алхимиков, чья задача — растить и защищать вечное древо. Ну что ж, давайте посмотрим и познакомимся с данной игрой. В далекие времена, канувшие в историю, люди нашего народа были исследователями. Они бороздили космос. Следовали за песней, звучавшей в их сердцах. Путешествие привело их к источнику песни. Это был источник всей жизни, Маора. Вечное дерево излучало ее своими ветвями. И именно там, под тенью его ветвей, они и поселились. Они процветали, наслаждаясь мирной жизнью в тени дерева. Песнь Маоры удовлетворяла их все нужды. Они научились менять песнь и звали это искусство – алхимией. Они стали ремесленниками, архитекторами и деятелями прогресса. А их скромная деревня разрослась до огромного города. Хотя народ процветал, вечное дерево было не в порядке. В его сердце проникла тьма, песнь Маоры наполнилась диссонансом. На рассвете последнего дня песнь смолкла, и великий город окутала тишина. И в этой тишине зародилось нечто новое. Увядание. Вечно голодное и всепожирающее. Вечное дерево было поглощено им, и некогда великий город пал. Бездомные и поникшие духом, утратившие связь с песнью, жители бежали в глубины космоса. Но даже в самые темные времена есть надежда. Одинокий голос, одинокий алхимик Вечносердия остался, намереваясь прогнать увядание, чтобы песнь Маоры вновь зазвучала, а вечное дерево вновь могло существовать в гармонии.
Мировое семя почти готово. Книга, думаю, подмастерье пора вставать. Пусть поспит еще немного, а, медноглав? Бедняжка на грани истощения после нескольких дней работы. Поспать подольше, понимаю, я бы с удовольствием. Сон непозволительная роскошь. Видание приближается со всех сторон и скребется в окна по ночам, честное слово. Ну и ну, уже так близко? Ну, может быть, это была белка, но видание все равно приближается. Самое время для пробуждения, впереди у нас долгий день. Ну вот поспать не дают, блин. О боже мой, это книга с лицом? Ё-моё. Крипи. Доброе утро, дорогуша. О боже, это что за котелок? Да, доброе утро. Нам предстоит многое сделать, чтобы... Дай бедняжке проснуться, медноглав. Ты только взгляни на эти волосы. И это что, слюна на лице? Ну, слюна и что? Да, и довольно много. Не волнуйся, дорогуша, займись собой. Мы можем поговорить чуть позже. Ага, так, дорогуша. Джорджина. Ну окей, давайте чем-нибудь тут посмотрим. Голос. Только два варианта, да, есть, получается? Ага, ну да. Ага, тут еще и меняется, когда выбираешь, да? Рандомис, как будто бы. Ну да. Но, судя по всему, дальше можно будет немножко настроить это дело. Ну давайте паренька сделаем. Текс, звать его, конечно же, будут Морг. Поехали дальше. Так, выбираем форму, цвет и все вот это вот. Видишь, какие-то блески там идут, ни хрена себе. Так, ну давайте. Как покрутить никак, не знаю, его нельзя, к сожалению. А, можно, 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 можно. Ну и нормас пойдет. Так, что у нас здесь? Особенности. Веснушки, ну давайте уберем. Аксессуары, очки, я так понимаю, да? Так, ну в очках только сразу умный кажется. Так, цвет глаз, кстати. Окей, оставим как есть. Прическу можно будет сменить? Классная прическа, конечно, кстати. Так, а, у прическа. Ага, ага. Понимаю, так. А что-нибудь попроще есть? Что-нибудь обычненькое. Пускай будет такое, только цвет еще другой. Яркий. У вас сойдет, короче говоря. А растительность на лице. Ну, пускай будет чем-нибудь. Пускай усы будут. Нормас, поехали. Все это вроде как, да? Ну да, получается, что так. Вот такой вот у нас с вами морг получился. Так. Используйте мышь, ходить, бродить. Окей. Ну, понятненько все, ясненько. Блин, вот не поймешь, да, сколько ему лет. Как будто лет 5, но уже с усами. Ну, нормально. Так, еще дальше. Че там говорит? Че? Медноглав, какой-то котелок. Вот это мировое семя в идеальном состоянии. Лучшее из всего, что создали алхимики Вечносердия, и способ вернуть здоровье вечному дереву. Как по мне, они хорошо потрудились, воссоздав рецепт с нуля. Заметь, при этом не обошлось без впечатляющих вспышек алхимии. Помнишь лягушек, медноглав? Как такое забудешь? Во рту до сих пор чувствуется вкус. В любом случае, мировое семя готово, нам нужно лишь посадить его и подождать всходов. Если этого не произойдет, что тогда, паниковать? Нет, медноглав. Нет-нет, ты права, все получится. Если хочешь поговорить перед уходом, скажем, за чашечкой чая, медноглав, и я всегда здесь. Боюсь, чай у нас закончился, мы истратили все, что было на мировое семя. Но мы всегда будем рады поболтать. А, увидание, о, ну сейчас нас с вами будут, видимо, вводить, так сказать, в курс всего мира, ну давайте. Увидание, та еще пакость, наша прекрасная Алария страдает от этой напасти. Гадость. Увидание появилось из... Честно сказать, мы не знаем, откуда оно взялось. Но оно появилось в тот момент, когда песнь прервалась и заполнила пустоту своим ужасом. Алария была поглощена, и народ бежал в страхе. Увидание не исчезло, оно и сейчас приближается к нашему саду. Но я надеюсь, что возрождение дерева прогонит его прочь. У тебя есть вопросы? Мы будем рады поговорить. Так, и кажется, вопросов становится только все больше, да? А, ну, мировое семя... Мировое семя — это вершина наших усилий, подмастерье. Понимаешь, сначала времен Вечное Дерево взращивало на своих ветвях миниатюрные миры-сады.
При правильном уходе эти миры расцветают, разнося семена творения, они называются маоры, по всему космосу. Увы, когда увядание поглотило дерево, миры ветви высохли, а с ними угасли маоры. И тут нам пригодится мировое семя, в теории оно может вырастить новый мир в ветвях вечного дерева. Самое главное, посадить семя и убедиться, что вечное дерево в добром здравии. У тебя есть вопросы? Их реально становится больше. Я? Где я? Что я? Кто я? Ты хочешь узнать о себе? Ну хорошо. Хотя ты лишь алхимик вечносердия, подмастерье, я с уверенностью могу сказать, что Алария не видала алхимика более умелого. А еще ты выше всех алхимиков Аларии и ниже. У нас есть графики, доказывающие это. Много времени прошло с твоего появления в нашей жизни. В столином возрасте тебе хотелось владеть искусством алхимии. Я до сих пор помню твое желание сделать так, чтобы вечное дерево вновь ожило. И я помню твои слова, увядание противное и липкое, и оно должно уйти. Да, твое мнение о горохе было таким же. И вот к чему мы пришли. Тебе удалось то, что веками не удавалось сделать ни одному алхимику, понять, как сделать мировое семя. Подумай только, старые алхимики считали это мифом, ты служишь доказательством обратного. У тебя есть... Их реально становится только больше и больше, боже мой. Алария? Ах, Алария, когда-то это было прекрасное место, и отзывы были хорошие. Торговля, промышленность процветали, чему немало способствовала химия. Я могла часами слушать шум птиц... улиц. Все занимались своими делами посреди суеты, честным трудом зарабатывая себе на жизнь. Это было прекрасно. Было, а потом перестало. Все стало куда менее прекрасным, когда появилось увядание и поглотило нашу землю. Столько разрушений, это было ужасно. Жители в панике бежали из города. Мы, разумеется, остались. Кто-то же должен попытаться все исправить. Но так было грустно видеть, как уходят наши друзья. Знаю, дорогуш, тебе это было особенно трудно. Но мы делаем важное дело. Если все получится, Алария снова станет общим домом. У тебя есть... Видимо, есть. Я, конечно, могу идти, в принципе. Песня алхимии вечности. Ну, как бы, давайте уж узнаем, что там... Ах да, наше некогда величественное вечное дерево. Жаль, что тебе не довелось увидеть его в расцвете сил, Морг. Целые миры свисали с его ветвей, и в каждом из них кипела жизнь маора. Космическое чудо предоставить не могу, что подумал твой народ, когда впервые увидел его. Какое-то время оно процветало и даже стало еще краше, когда песня наполнилась голосами твоего народа. В этот момент мы и появились. Алхимики и вечносердия стали хранителями дерева, поддерживали... Его здоровыми сохраняли гармонию между землей и населяющими ее народами. Мы были очень успешны в своей работе. Были, да, пока песня не прервалась. После чего маора иссякла. Затем пришло увядание, вечное дерево страдало, и вот мы здесь, предоставлены сами себе. Не одни, мы вместе, Медноглав, и у нас есть план. У тебя есть вопросы? Видимо, да, песнь? Да, песнь маора или песня, как мы еще называем. Песня живет во всех живых существах, даже если они не могут ее услышать. Это гармония вселенной, песнь жизни, песнь творения. Именно песня создает все сущее, в том числе и тебя. Она часть тебя, ты с рождения живешь с песней в своем сердце. Песнь крайне необычным образом связана с твоим народом. Он может чувствовать, как маор течет сквозь вселенную. Но теперь песня стихла, и мы не знаем причины. У тебя есть вопрос? О, кстати, их меньше становится, все-таки их становится меньше, отлично. Не люблю я петь себе дифирамбы. Даже не знаю, как бы ты это делал, у тебя и губ нет. Но алхимики вечносердия были до сих пор остаются величайшие из гильдии. И вечное дерево было верено нашим заботам, мы ухаживали за ним, и оно давало нам кровь, жизнь и пищу. Мы следили за тем, чтобы не брать слишком много, не отнять больше, чем могло дать вечное дерево. Подобное стремление к равновесию не снискало нам всеобщей любви. Нет, совсем со временем мы из стражи превратились в изгоев. Более того, ты последний из подмастерьев, перешагнувших наш порог. Мы радовались твоему прибытию. Давно у нас не было подмастерьев. Разумеется, к тому моменту нас изгнали на окраину города. Никто не хотел нас видеть, и мы были вынуждены переехать. Именно здесь теперь тебе пришлось трудиться в поисках способа прогнать прочь увядание и восстановить вечное дерево. Алхимия? Алхимия, значит, это призвание. Искусство превращения предметов в их эссенцию, преобразование одних веществ в другие. В стародавние времена в Аларии было множество гильдий алхимиков, создавших всевозможные чудеса. Ох, и шумная работа была со взрывами, по большей части это оставалось в прошлом. Знаешь, книга, и я, алхимия создала нас тоже. Алхимия была причиной, по которой Алария процветала до бедствия, и я уверен, что алхимия же ее и возродит. А тебе есть... Маор, последний вопрос, кажется, ура. Ну как же, Маор является основой живого мира. Все состоит из нее, считай ее чем-то вроде семени, из которого появилось все сущее.
А вот песня — это то, что рассеивает эти семена по вселенной, создавая новую материю. И источником всего является вечное дерево. Маура там била ключом, пока не иссякла. Но если мировое семя сработает, Маура вновь будет течь. У тебя и... Нет, ура, наконец-таки нет, я в порядке, пора идти. Отлично, давай посадим это мировое семя, и пусть гадкое увядание убирается прочь. Мировое семя. Семя спас... вырасти новый мир. Ага. Прикольно. И не забудь свои инструменты, алхимика, дорогуша. Так-так. Ух, хитрить, хитрить. Это мне надо все забрать? Прям все, в карман положить? Ладно. Они понадобятся тебе, чтобы привить мировое семя. Семя. Не семя. Так, ну давай, что-то мировое семя взаимодействовать. Опа. А, и все забрал, отлично. Топор. Киянка, серп, лейка, мешок для семян, безделушка для общения. Окей. Ну все, готово. Нажимаю, чтобы инвентарь открыть. Понял. Открываю. Так, что-то есть. Безделушка, семя, вот эти штуки всякие разные, какие-то еще отдельные тут вещички имеются. Так. Отлично, мировое семя на месте. Инструменты алхимика на месте. Очаровательные спутники тоже на месте. Думаю, пора выйти наружу и посадить это мировое семя. Ну, погнали. Так, ну ясно, не погнали. окей. Что-то пошло не так явно. О, нет, это видание уже почти в долине, мы обречены. Я думаю, что мы обречены. Морг спасет нас. Быстрее расчисти путь к двери с помощью своих инструментов. Возможно, удастся что-то сделать. Снаружи. А если нет, мы панические крики войдут в историю. Так, ладно, дядька, успокойся, все нормально все будет. Так, инструменты с помощью... Ага, и что мне нужно разрушить? Топором? А, и можно киянкой, да? Пон, хорошо, поехали. На, нахер. Нормально, слушайте, а довольно сильный паренек получается-то. Просто с одного удара ящики расхерачивают деревянной киянкой, да? Все, что ли? Какая-то кухонька тут есть, смотрите, нифига себе. Пока, видимо, на ней ничего нельзя делать, надеюсь, потом можно будет. Или нет, не знаю, Юрий. Ну ладно, погнали, все. О, это еще что такое? Это какой-то... Кто это? Химера какая-то, что ли? Ну, вроде не злой. О, это величественное крылатое создание. Я думал, что видание пришло к нам. Медноглав, осторожнее. Ты же знаешь, что начинаешь закипать в таком состоянии. Сколько раз я говорил, сколько раз просил. Алхимический дом не место для посадки. Медноглав, ты видишь себя грубо. Знаешь, у этого существа есть имя. Это что, какой-то наш друг будет? Кадзуми. Карли. Олли. Скаут. Скаут. Коко. Фиби. Элли. Так, Чили. Пускай зовут Чили. На Чили. Чили будет на Чили. И потом, где еще Чили может приземлиться? Гнездо бедолаги захватило увядание. Морг, может быть, тебе удастся убедить Чили сойти с крыши? Почему бы тебе не прихватить седло с этого насеста? А это типа не его место получается, если насест какой-то, не? Ладно, ну давай, захватим. Ты всегда можешь подойти к седлу, но рекомендуется нажать Space. Зачем просто идти, если можно резвиться? Ей, вот это, конечно, да, классно бежать, прыгая. Так, ладно, можно просто заберу уже седло это и все. Что-то гудит, что это гудит? Какой-то, походу, телепорт будет или что-то типа того, наверное, не знаю, не уверен. Ну, пошли. Пока сейчас заберу. Так, наверное, киянку пока уберу из рук. Слишком какая-то огромная. Ну что, Чили? О, то есть мы на нем летать будем, что ли, хрена себе? Чили может лететь. Чтобы взлететь, нажмите М, а затем выберите направление. Ну-ка. А мы как-то должны сесть на теле еще? М. Ну вроде ничего не появляется, Чили. Так, спокойно, спокойно, Чили. Ну давайте, М. А, понял, типа подзываем его, что ли? Как, что? Оу. А, все, понял. Так, и что, вот эти... А, ну просто места, собственно, между которыми мы с вами сможем летать. Сеялка. А это, видимо, наш дом, да, я так понимаю. Ну, поехали в сеялку. Полетели, в смысле. Так. Мы пришли. Идеальное место, чтобы посадить мировое семя. Ладно, давай посадим. А. Это так волнующе, мои страницы так и трепещут. Да я так и бурлю от восторга. Какие они эмоциональные. Это твой звездный час, Морг, результат твоих трудов. Помести мировое семя в сеялку и отойди.
Ну давай. Дорогуша, встань рядом с селкой, нажми. Ага, я понял. Хорошо. Опа. Так, мировое семя. Ядрич, что творится-то? Что-то пошло. Какой-то процесс. Земля богатства. Окей. Узри, это рождение нового мира. Я знал, что ты сможешь, Морг. А он и должен быть таким грязным. Ну и дела. Похоже, увядание везде оставляет свой след, даже здесь. Значит, нужно все поправить. Терпение, труд, все перетрут. Боюсь, весь наш труд ушел на рецепт семени. Я хочу сказать, что с нашей помощью Морг справится, да и инструмент алхимика пригодятся. Ты правда думаешь, что это безобразие можно исправить? Не сомневаюсь, немного заботы и внимания, и это место станет как новое. Так, окей, чё, это типа наш первый мир, который мы с вами вырастили, такой маленький. Ну ладно. О, привет, друг. Так, ну что тут делать надо, какие-то грибы у нас растут. Чё, это просто гриб? Это не... О, ещё и зонтик есть, класс. Нет, это не просто гриб, это гриб-прыгун какой-то. Так, ладно, что нам надо делать? Ага, рушить всякую хрень, короче, походу здесь надо, да? Что-то сажать можем. Но у нас есть типа какая-то штука с семечками. О, реально, слушайте, работает. Теперь поливать надо. Ну давай. Так. Нужно подождать и посмотреть, что из этого вырастет. Для ухода за садом нужно немного терпения и еще больше удобрений. О, я надеюсь, это то, что выросло, этот кустик? Ну, еще, видимо, не подрос, да, до конца. Ладно. Ну, давайте посмотрим, побегаем, что здесь. О, что-то с него упадает, что такое. А, Маора, Маора... Ой, то самое Маора. Первый материал во вселенной. Прикольно. Хорошо, ей тоже тебе появилось место для посадки. Это что? Это руками, видимо, выдирать надо. Ну, короче, видимо, сейчас нам с вами нужно будет что-нибудь расчистить как следует. Пособирать эти штуки, наверное, да? Что-нибудь повысаживать. Короче, привести это место в порядок, так сказать. Чтобы оно выглядело нормально хотя бы как-то, да? Так, ладно, давай. Ага, вот там нужно что-то серп, чтобы что-то делать. Давай, взломай. Ну, окей, сейчас давайте посмотрим, побегаем. А как мы руками сегодня будем это выдергивать? Ну-ка, руками. А, понял, нужно, короче говоря... Крапива безмятежности. Ядовитый сорняк. Окей, ну это нужно выдергивать. Давай. Нужно нажимать, ага, понял. Эть, готово. Так, тут опять у нас... Ой, рукой можно тоже собирать, ну-ка. Плитка роскоши, такой-то булыжник просто в карман засунул. Жесть. Какие-то растения. Ну, в общем, сейчас, видимо, мы с вами таким образом подочистим этот остров. Или, ну, в смысле, эту землю, которую мы с вами как бы вырастили, как бы из семечки. И там что-то, видимо, дальше будет. Окей. Ядрить булыга какая. Ну-ка, давай разрушим. Там что-нибудь с него упадет, интересно, интересненько. О-о, навалило что-то. А, булыжник спокойствия какие-то, камни. Ладно. Короче, куча всего чего-то нападало. Непонятно, для чего это все нужно, но я думаю, что нам с вами еще объяснят. Не один раз, скорее всего. Так, а вот серп мне бы хотелось тоже посмотреть. А, ну, тоже типа разлетается, и мы опять же собираем эту маору. И, видимо, какие-то еще штуки падают иногда. Тут как будто бы даже чье-то укрытие, может, тут поселится, может быть, твое будет, нет, друг? Он прилетел сюда, смотрите, как, кстати говоря, ничего себе. Прикольно. Так, ладно, сейчас я тут все быренько почищу. Все зачистим. Блин, сейчас сажать надо всего кучу, поливать еще каждый отдельно. Ну ладно, ладно, нормально, нормально. Сейчас все сделаем. Ой, я вроде так расчистил. Надо теперь только сажать всю эту хрень, да? Все эти семечки, блин, поливать, сажать. Ну давайте, поехали. Это так-то, в принципе... С помощью лейки можно оживить засохшие растения. Ну да, я так и подумал. Оп. Но опять вырос какой-то непонятный кустик полузасохший. Так и будет постоянно, или что-нибудь нормально где-нибудь вырастет у нас? Ну, давайте посмотрим. Так, поливаем сразу. Ну опять какой-то кустик, да ё-моё, чё не кустики-то эти? О, ничего себе, какой-то росточек, смотрите, цветочек маленький вырос, класс. Ну, все равно как-то это, знаете, выглядит очень странно, ну, типа, такой маленький. Просто какой-то кустик. Ну, возможно, когда мы с вами все засадим, что-то поменяется. Давайте просто продолжим пока этим заниматься. Так, что здесь что-то кусочек надо разломать. Разломай давай до конца. О, молодец, все отлично. Что здесь? Как-то так пропустил эту штуку. О, даже какая-то как будто бы веточка пробивает, смотрите, как будто дерево, что ли. Ну, надо ждать, я так понимаю, да? Время нарисовано, часики. О, побольше подросло. У тебя прекрасно получается. Нажми G, и я отведу тебя туда, где нужны твои руки. Труды. А, ну, просто показывают, типа, места, где нужно что-то сделать.
Окей, ну я и так примерно пока что вижу небольшое пространство. Но это так-то первый мир, я думаю, что нам просто здесь пока покажут, что и как, а там уже чем-то, наверное, побольше будет явно, я думаю, в дальнейшем. Так, ну давайте пока это закончим. Экс. Ну, вроде последний осталось сейчас. Давайте садим. Так, и плеваем. Потрясающая работа, Морка. Мир выглядит здоровым, как никогда. Да что-то, по-моему, пустынь какая-то все равно. Ну ладно. В нем даже начала появляться Маора, и все еще. И все же что-то не так. Не думаешь, что Медноглав ругает тебя, дорогуша? Уверен, со временем мир станет прекрасным местом. Просто он не растет, как раньше, когда песня связывала его обитателей. Когда алхимики Вечносердия окружали заботами вечное дерево, воздух наполняла Маора. Думаешь, именно поэтому ничего не происходит? Когда мы и песни Маоры утратили связь, вечное дерево перестало расти? Возможно. Давным-давно всюду царила гармония, все были счастливы и заботились об окружающем мире. Песня была всюду, а вечное дерево было великолепным, но сейчас... Так-так. Он что-то понял? Опа. О, неплохой голосок, кстати. Отлично, что-то пошло. Поехало. Морг, ты в порядке? Тебя что-то тревожит, Морг? Медноглав, тихо. Чувствуешь? Нажми F, чтобы петь. О, так, ну давай. Но как? Подросло, что-то нифига себе навалило. Можно соврать? Но как? Как такое возможно? Тебе удалось восстановить связь с песнью? Это восхитительно. Это более чем восхитительно, это настоящее чудо. Мор, как ты думаешь, получится сделать это снова рядом с теми растениями? Наверное, не знаю. Спокойствие, алхимическая эссенция. А, это какие-то эссенции вот нападали, что-то еще нападало куча всего. А мне прям везде нужно петь или еще? Или ту, которая светится? Наверное, которая светится. Ну да, там специальные значки еще есть у них. Специально обученные. Ладно, погнали тогда сюда сейчас. Ну и дай, как бы. И они немножко подрастают, как будто бы вокруг них немножечко травы. Вот уже что-то похоже не на пустыню, хотя. Все. О, я слышу жужжание каких-то уже жучков сразу первым делом здесь появляются. Ну, конечно же. Кто же еще есть не жучки? Так, ладно, поехали. Сейчас тут быренько накидаем своих песен, так сказать. Все, сразу X2. Здесь давай. Оба, отлично. Так, собираю ништячки наваленные. Потрясающая работа, говорит подмастерье, отлично. Так, это все мое, это мне все надо, наверное. Какое-то тепло, какие-то блестящие, что-то там еще падает, непонятно. Тепло, алхимическая эссенция также. Угу. Ладно, ну точнее, все еще здесь есть. Штуки, которым нужно спеть. Так, что давай наваливай нам тоже кучу всякого разного. Я соберу это все, пожалуй. И здесь еще остается. Ах, Морг, песня вновь стала частью тебя, это просто невероятно. Сегодня был необычный день, правда? Наверняка у тебя в голове множество мыслей, Морг. Почему бы тебе не вернуться в дом? Ты сможешь поговорить с нами, может быть, не надо уже. И хорошенько поспать. Когда решишь вернуться, достаточно свистнуть, и Чили будет тут как тут. Да он здесь вот тусуется. Так. Сочная. Какую-то еще штуку получили. Ну, опять, видимо, на Чили нужно лететь обратно. На Чили. Так. А меня еще вот такой вопрос интересует. А можно здесь куда-нибудь вообще упасть? Ой-ой. Ну, видимо, можно. И куда мы будем лететь? Таком... А! О! Отлично, слушайте, мы приземлились обратно. Шикарно. Все, возвращаюсь, да-да, я бегу уже. Блин, прикольно, красивенько так-то. Что здесь в траве? Ой-ой. Что-то как будто бы подсвечивается. Ладно, погнали домой. Грот алхимик, это наш. Морг, с возвращением. Подмастерье, у тебя получилось. Мировое семя, оно сработало. А как же восстановление связи с песнью? Это было великолепное зрелище. О, и Маора. Ее поток остановлен. Это больше похоже на ручей. Но это всяко лучше, чем ничего. Это все так увлекательно. Но что думаешь ты, подмастерье? Сегодня твой важный день. Хочешь поговорить о чем-нибудь? Знаешь, у меня там дела есть. После дня работы в саду, я думаю, ты заслужишь хороший отдых. Спокойной ночи, дорогуша. Завтра тебя ждет еще один важный день. О, я не сомневаюсь. Так, когда будете готовы ко сну, нажмите Е возле своей кровати. О, это тоже только так сохраняется, что ли, наверняка здесь игра, да, что-нибудь типа того. Ну, давайте поспим. Ты только посмотри, как сладко спит. Это, честно, заслуженный отдых. Эти плечи несли тяжелую ношу.
Увы, если бы с нами были алхимики Вечносердия, хотя бы несколько. Все в порядке, книга. Ты только посмотри, сколько всего сделано за сегодня. Это все морг. Вспомни улыбку подмастерья, когда деревья расцвели. Конечно, просто я хочу убедиться, что морг всегда чувствует поддержку. Книга Медноглав — отряд поддержки, на который морг может рассчитывать на каждом шагу. Так, потекло времечко. Привет, дорогуша, разве не чудесно? Всего за один день наша жизнь стала такой суетной. Чтобы не запутаться во всех этих новых проектах, нам понадобится все куда-то записывать. К счастью, я хорошо подхожу для ведения записи, поэтому я решил помочь тебе не запутаться в своих целях. Давай покажу, что имею в виду. Так, открыть Б, книгу, бла-бла-бла. Ну давай. О боже мой, прям в нее. Сейчас будем что-то записывать. Так, я буду отслеживать всякие штуки для тебя, понятно. Так, та-та-та, перелистнуть, закрыть, награды получить и все прочее. О, смотри, у морка уже есть записи, ага. Так, ну типа вот мы с вами что-то сделали, да? Открываем. И получаем обои кактус. Окей, ладно, получили обои кактус, хорошо. Какую-то звездочку заработали еще. Универсальные инструменты. Получить набор инструментов, получить сачок, получить удочку. Опачки, удочка будет, ну все. Рыбалка присутствует, так сказать, подтверждено. Крепкий сон. Забота о себе — это крайне важно. Помимо прочего, нельзя забывать про здоровый ночной сон. Так что давай, ложись спать. Я уж поспал. Приятное. 20. Чистые эссенции. Так, ладно, хорошо. Еще эссенции немножко загробастали. Хорошенько выспался. 1 из 10. То есть мы с вами каждую ночь будем получать, что ли, немножко эссенции, видимо. Угу. Так, ну ладно, ничего. Ой, кстати, я заметил что-то мелкое, пушистое, снаружи. Не уверен, что это такое. Надеюсь, оно не ведет себя невоспитанно. Мелкое пушистое. Они что, и правда вернулись? Морг, выйди наружу и проверь. Так, ну что там еще? Кого там опять нелегкая принесла, ёпарасоте? Давайте посмотрим. Ой, правда, кого-то принесло. Ну и ну, вечнее, это прям вечнее, не так ли? Казалось, мы больше их не увидим после того, как увядание охватило дерево. И вот один из них скачет в нашем саду, но почему? Да хрен его знает, просто прискакал что-то зачем-то. Они своевольны, да? Не хотелось бы, чтобы наш гость испарился, прежде чем мы узнаем о нем побольше. Морг, я думаю, что мы просто обязаны узнать, что наш маленький друг делает здесь. Попробуй поговорить с нашим гостем, Морг. Ну, давай. Так, скорее следуй за... Где он хочет? Ну, делся-то. Где-то там был, сидел, нет? А, вот что-то... А, вот он, привет. Так, ну понятно, поехали. Ладно, сейчас нас, видимо, куда-то будет вести. Ай-яй-яй, грибы. Огромные грибы. Мешает мне пройти. Так, куда-то в какой-то лес нас ведет. Непонятный. Сейчас к какому-нибудь чащу. Аллея вечнее. Секретная локация обнаружена. Секретная прям. Секретно-сюжетная локация, да? Эй, вернись. Быстрее, морг, не упусти его. Но морг стоит, стоит соблюдать все меры предосторожности, прежде чем входить. На это нет времени, оно уходит, вздох. Ну, раз ты настаиваешь. Следуй за ним в портал подмастерья. Жесть, у них, конечно, и безопасность. А, ну ладно, опаздывает. Ну, давай-то быстрее, скорее, конечно, пофиг. Что за портал, куда портал? Непонятно. Опа. Ядрит, тут целая локация прям какая-то. Это где эти мелкие чуваки живут, что ли? И вечный помощник. Ух ты, мы вместе прошли через портал. Ух, как хорошо, что все обошлось без сюрпризов. Ой, где же мои манеры? Добро пожаловать вечно дом, хранитель дерева. Начальник старейший и, вероятно, умнейший из нас хочет с тобой повстретиться. Начальник ждет тебя в самом центре деревни. Ну, видимо, там, да, где столб. Огромный столб до небес. Иди по этому пути, поверни налево, затем иди прямо, потом немного направо, и ты на месте. Если заблудишься, следуй за этим большим ярким лучом. Окей, понятненько. Поговори с начальником, можно получить следовать вечным бла-бла-бла. Что-то можем получить еще? Какие-то подарки опять? Боже, блин, стрёмный. Так, крепкий сон. А чё? А, вот вечный здесь. И что нам опять дадут сами? Тёплое, 20. Окей. Тёплое — это хорошо. Поговорить с начальником. Это, видимо, другое что-то. Так, мир. Здесь вообще все по нулям у нас пока что, да? Сбор урожая, кстати. Ладно, в общем, будем с ним разбираться. Ну, поехали. К начальнику, видимо. Какой у них яркий мир, конечно, здесь. Ой, да что такое? Что это? Что это? Послушай, Морг, я не прошу о многом, но считаю, что тебе нужно немедленно подружиться с этим существом от моего имени. Пожалуйста. Только посмотри на него, на эту мордочку. Сделай все возможное, Морг. Если мы ему понравимся, то, может быть, даже удастся сделать фото.
А затем я смогу положить эти снимки в свой особый секретный альбом. В любом случае, мне кажется, это животное что-то хочет от тебя. Попробуем дать этой крохотульке то, что она хочет, чтобы заслужить ее доверие. Так. Она хочет плюшевую мишку. Че? Так, а ты еще хочешь? И ты хочешь плюшевую мишку? Все хотят плюшевую мишку какого-то? Что это? А ты еще хочешь? А ты хочешь мячик и... типа какую-то свертку из веревок? Хрен его знает. Где это мне достать-то все? Так, с тобой уже... Да подожди с начальником, не души книга. Так, ну что, взаимодействие, допустим. Угадай, какой, каких действий ждет зверушка, если да-да-да нашим другом. Что вы хотите сделать? А-а-а, типа, я понял. Ну, это, наверное, почесать животик тогда. А играть это как раз тот хотел. Ну, вроде, да, вроде угадали. Это какие-то местные песели, что ли? Так, а что, еще раз можно или что? Почесать животик. Так, ну окей. Вроде нормально. Ага, теперь поменялось. Теперь поиграть, наверное, да? Ну-ка. Поиграть. Ага, вроде да. Вроде угадали. Так, и чё? Время. А, ну все, теперь типа ждать надо, да? И с этим то же самое. Ну ладно, короче, понятно, с ними разобрались, потом, может, что-нибудь там себе это самое. С тобой же говорил, начальник, да хорош душить. Что-то полетает, какие-то насекомые, но у меня, видимо, того самого сачка нет, чтобы их ловить, да? Нига, не души, все, иду я уже. То, блин, иди к песням, то иди к начальнику, вот задушил-то. О, 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 тут рыбы плавают. Вот и рыбалка, собственно, видимо. Ядрить тут рыбы. А можно руками ловить? А вот прямо здесь руками поломай. Просто смотри, сколько плавает-то ее. 6 косяки целые. Ладно. Так, ну пошли поговорим с начальником. Начальник, храните дерево, это здесь. И в вечном доме уже давным-давно не было гигантов. И вечное дерево призвало нас обратно в Алариум. Мы услышали его шепот. Она сказала, что надежда все еще живет в сердце одного из ее детей. И вот ты здесь. Если у тебя есть вопросы, я постараюсь на них ответить. Пересоты, вечно дом, б. Продолжить путешествие. Пока ты здесь, ты можешь помогать моим сородичам. Многие из них раньше не видели гигантов, поэтому прошу, помогай им по возможности. Прежде чем уйдешь, возьми эти инструменты, это наши дары тебе. Мы пытаемся помочь тебе в путешествии, хранитель дерева. О, сачок, спасибо. О, ну все, пакетисы, я пошел рыбачить. Рыбал проводит время на нашем водопазе. Ладно. И чё? Мне типа к нему нужно идти помогать ему? Так. Можно побыстрее как-то? Мухолов стоит в роще в раздражении. А что такое? Жуков не поймать никак. Пастух дремлет на пастбище. Ну я понял, ладно. Ну как бы, я думаю, мимо столбов этих не пройдем в любом случае. Вдали ждет помощи на бахче. Каменоло? Понятно, хорошо, я понял. Так, нифига себе котелочек неплохой для супа. Есть воспитайник? Воспитайник, который в последнее время кажется особенно измотанным. Мне не говорит ни слова, может быть, с посторонним хоть болтает. Поговори с ними, окей, ладно, так, можно получить. Найс, мы уже получили удочку, ну-ка, я сразу хочу порыбачить. Где рыба была? Вот там рыба, во-во-во-во. Здесь просто миллиард, жесть какая. Дома, конечно, не в тему стоят. С мостиком есть порыбачить. А, во-во-во, здесь, ну-ка. Так, как там, где наша удочка? Вот она, найс, 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 найс. Так, и как тебя... О, боже. Что-то, конечно, не такое еще управление. Ну ладно, давайте швыряем. Эть! Нифига, рыба подпрыгнула. Она испугалась, мне кажется. Так, ну давай, ловись, рыбка большая, маленькая. Лучше большая, конечно. Что происходит? Боже мой, боже мой! А, понял, понял, понял. Так, ладно, тянем, потянем. И... давай! Опа! Карась спокойствие! Положить рюкзак, конечно, давай. Так, чуваки, вы мне мешаете рыбачить? Чего вы тут плаваете? Не видите, я здесь делом занят. Так, давай сюда. Какой-нибудь другой, может быть, зелененькую рыбу удастся поймать. Может, нет. Ну, неважно. Нет, да, мне кажется, сейчас она клюнет. Должна клюнуть. Давай, рыбешка. Все, есть контакт. Пошло, 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 пошло. Жесть. Давай. Тяни. Что ж такое-то? О, есть контакт. Что это такое? А, пузырник спокойствия. Ладно, положить в рюкзак. И что у нас там в рюкзаке рыба есть, да? А где она? А, вот она. Рыба, рыба, рыба. Какие-то булыжники, которые мы сами собирали. Непонятные. Так, а это, я так понимаю, то, что мы сами выбрали, да? Надеюсь. Так это же так вроде надето, нет? Вроде бы да. Обои какие-то. Хрен пойми чего.
Вот эти всякие алхимические штуки, которые мы с вами нашли, да, тоже, точнее, выпадали нам. Так, понятно, ну ладно, порыбачили. Я, пожалуй... А вот, ну, рыба тут, собственно, вроде как два вида было, а где-то, может быть, еще какие-то другие скопления рыбы есть. Наверняка должны быть. А вот, стоп, секунду. Так, вот тут всякая штука летала. Только что где-то. Только вот улетела. Ау-о-о! Опа! Червь распространения. О, боже мой. Червь распространения звучит как не очень что-то, если честно. Так, ну мы теперь сами всяких штук можем ловить. О, вот, червяк. Нифига себе червь, не слишком ли ты быстро для червя? Собака какая, в смысле червь какой. Нифига, он через воду просто чешет, смотрите на него. Да хорош. Иди сюда, червь. Так. О, многоножка. Жесть. Они же такие стрёмные, эти многоножки. Сороконожки эти ваши. Ладно. Ну, кстати, на удивление, игру можно сохранять хоть где. Это большой плюс для таких игр, потому что обычно только когда спишь сохраняется. Ну что, ребятки, собственно, такая вот игрушечка. Как всегда, ждут вас в комментариях, как она вам, хотели бы видеть продолжение. Если будем продолжать, то, собственно, уже отправимся дальше помогать этим товарищам. Тут их довольно много. Ну и, видимо, там что-то выращиваете, какие-то миры, что-то там, может быть, там подрастет что-то, то, что мы с вами посадили, высадили, может, там уже все зеленым зелено, так сказать, и все вот это вот. Ну, в общем, как говорится, поживем, увидим, друзья мои. На сегодня заканчиваем. Спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчики. До скорого, пока-пока.